В Астрахани проходит третий Прикаспийский медиафорум, участие в котором принимают представители Казахстана, Ирана, Азербайджана и России. Подобные встречи стали эффективной площадкой для информационного сотрудничества с целью развития экономик стран Каспийского региона. Подробности у Талгата Утигулова. Основная миссия нынешнего форума – развитие международных связей прикаспийских средств массовой информации. Программа включает в себя дискуссии, круглые столы, мастер-классы и рабочие встречи. Сегодня мы решили, что необходимо развивать форум в следующих направлениях. Во-первых, расширять связь форума с бизнес-структурами, потому что форум в конечном итоге должен превратиться в рекламно-пиаровскую площадку, обеспечивающую коммуникацию заказчиков со стороны бизнеса, исполнителей со стороны медиа-структур из Каспийского региона. Второе, форум должен больше внимания уделять вопросам технологии. Что касается новых технологий, то организаторы стараются чутко реагировать на все изменения в медиасфере. Каждый год программа форума расширяет свою образовательную часть. Отличием этого года стали презентации медиапроектов стран-участников. Это говорит о том, что есть заинтересованность в обмене информацией, обмене опытом. Это, так скажем, огромная площадка, где мы делимся мнениями, беседуем, вступаем в диалог. Представляем свое видение какого-то контента, содержим то, что происходит в стране, и, соответственно, получаем информацию, которая происходит у вас и в других третьих странах. Это дает нам, значит, возможность ближе ознакомиться с культурой, историей, экологией той страны, которая, соответственно, предоставляет информацию. Региональные СМИ прикаспийских стран уже наладили обмен информацией. Плюсов очень много, отмечают специалисты. У нас есть аудитория, которой интересно и все, что происходит вокруг. Не секрет ни для кого, что СМИ свою аудиторию монетизируют. Чем больше аудитория СМИ, тем более успешно оно в бизнесе зарабатывает и, соответственно, может продолжать наращивать аудиторию, вкладываться в технологии, в людей и так далее. То есть каждая СМИ заинтересована в максимально большой аудитории. Чем разнообразнее информация, чем больше разной информации из разных точек, тем больше аудитория. Одной из самых обсуждаемых тем форума стала интеграция СМИ и бизнеса, для которых медиасфера может послужить отличным инструментом для расширения своих рынков. О своей готовности предоставить площадку для следующей встречи уже заявили представители Азербайджана. Талгат Утигулов, Азельхан Уахитов, Астрахань, Россия, Хабар 24.